Всем большущий привет! Для моей новой мастерской пришел просто незаменимый станок. Сегодня я хочу сделать на него обзор, собрать его вместе с вами, ну и рассказать вам о нем поподробнее. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, поехали! Поставляется данный станок в двух вот таких вот коробках, весом в районе 130 кг. Размер большой коробки составляет 990 на 725 и на 735 мм соответственно. Размер вот этой коробки составляет 1680, это длина, 420 ширина и высота 160 мм. Модель этого круглопильного станка называется JB25102. В небольших коробках находилась инструкция, крепление для колес, угловой упор, транспортир, толкатель, две крышки, два вот таких вот шикарных штурвала для управления опускания и наклона диска, мобильные базы колес, защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания заготовок. Вот так вот она выглядит. Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками. Два вот таких расширителя стола. В комплекте также идут два ключа и 5 ключей шестигранников. Ну и набор крепежных элементов. Сам станок оснащен рабочим чугунным столом, на который с завода нанесена консервационная смазка. И прежде чем его собирать, нужно ее удалить. Для этого убираем вот эту вот пленочку, а затем уже при помощи обезжиривателя и тряпки удаляем остатки смазки. Приступаем дальше к сборке станка. Сейчас я вам хочу показать, что у него здесь внутри. Как видите, вот такая вот вороночка. На 100 мм для аспирации опилок. Установлен электродвигатель на 1500 ватт. Также вот здесь крепится кнопочка с очень хорошим проводом, довольно длинным и очень мягеньким. Thank you.
Также помимо обычных дисков сюда можно устанавливать пазовые диски DADA. Вот, в принципе, и все. Станок в полной боевой готовности. Ну а теперь коротко расскажу о его характеристиках. Максимальная пусковая мощность этого станка 2,25 кВт. Диаметр пильного диска составляет 254 мм. Ну а посадочный диаметр диска 30 мм. Ну а частота вращения пилы составляет 3450 оборотов в минуту. Максимальная глубина пиления при 90 градусах составляет 82 мм. Максимальная глубина пиления при 45 градусов составляет 58 мм. Максимальный продольный распил справа от диска составляет 787 мм, а слева от диска 425 мм. Направление наклона пилы левое. Размеры основного стола составляют 508 на 687 мм. И, друзья, давайте с вами что-нибудь распилим на этом станке и проверим его в деле. Поехали! Ну и подведя итоги, я хочу сказать, что этот станок, на который не жалко потраченных денег. И он займет достойное место в моей мастерской. Ну а на сегодня будем заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи и добра. До скорых встреч. Пока-пока.